Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Футбол в сердце Самары. Ежегодный турнир на площади Куйбышева, посвященный чемпионату мира 2018, собрал на газоне 4 дивизиона. Трудовые объединения, студенческие и национальные команды, а также исполнительную власть. Администрации Самары и районной администрации выставили свои сборные команды. Борьба за выход в финал шла в двух группах А и Б. В итоге за кубок сражались две лучшие команды из Б – Промышленный и Ленинский районы. Полуфинал обе команды выиграли. Ленинский оказался сильнее Железнодорожного, Промышленный одолел Советский. Наша команда проявила такую серьезную крепость духа, друг за друга боролись все как могли, и поэтому, да, я думаю, что достойный для нас вполне результат – это выйти в финал и с такой крепкой и отличной командой сразиться снова. В группе мы Ленинский район обыграли 4-3. Матч за первое место сложился драматично. По ходу встречи Промышленная администрация постоянно вела в счете, однако на последней секунде второго тайма ленинцы уравнивают шансы на победу – 2-2. Нервы во время пенальти сдали у команды Промышленного района. Кубок исполнил. Исполнительной власти получили футболисты Ленинского. Так собрались, решили вот принять участие, что не только сыграть в футбол, сплочение коллектива, здоровым телом, здоровый дух, и посмотреть, на что мы способны. Кроме как работаем мы хорошо, также спортом занимаемся. Мы старались играть красивый футбол, старались играть на тактике, поскольку знаю, что мы не сыгранная команда. Ну, каждый выполнил то, что должен был выполнять. Это командная игра. Среди трудовых коллективов кубок «Футбол в сердце Самары» достался «Строймашине». У студентов выиграли будущие строители. Кубок нации взял Салават Юлаев из Большой Черниговки. До последнего матча не было понятно вообще, кто выиграет и кто выйдет из игры. Поэтому интрига сохранялась именно до последнего момента. Мне очень понравился именно кубок нации. Каждый игрок подходит профессионально к своей игре. Ну и по самоотдаче, конечно, мне понравился больше турнир. Футболисты районных администраций после кубковой серии собираются сформировать сборную администрации Самары и сыграть товарищеский матч со сборной правительства Самарской области. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.